мы с сегодняшнего дня начинаем, не в полном объеме, но начинаем проведение профилактических мероприятий и диспансеризации. Мы, в принципе, за последний месяц провели аудит всех, так скажем, жителей, которым требуется проведение диспансеризации и профилактических мероприятий. И, соответственно, будем как сами вызывать, так и обращаемся к нашим жителям, чтобы они сами активно вспоминали, что им нужно в этом году проходить диспансеризацию или профилактические осмотры. Естественно, все эти мероприятия будут проводиться в соответствии с регламентами. Мы выделяем в нашем календаре работы врача определенное время для проведения вот этих вот приемов. И, соответственно, запись будет также проводиться заблаговременно на определенные часы для того, чтобы минимизировать риски заражения ковид-инфекцией. Поэтому вот эти все направления работы мы возобновляем, и это все-таки действительно приятно. Это начало возвращения к, так скажем, такой нормальной нашей спокойной жизни.